Волонтеры от антикора в сборе добровольцам раздают памятки с инструкцией. Народных борцов с коррупцией наделять специальными полномочиями не будут. Их задача сообщать о коррупционных нарушениях, фиксировать и изучать. Также в работу волонтеров входит функция превенции и профилактики коррупции. Цель любого органа, официального органа, я думаю, не посадить людей, сотрудников, а предупредить. Общественник Омер Шинабекулы предлагает начинать с семьи. Говорит, бороться со взятками нужно сообща. Если мы сможем сделать то, что от нас зависит, это уже большая победа, сдвиг будет. Первым делом, я думаю, здесь надо, волонтеры должны провести это профилактическую работу, превентивную работу, чтобы противостоять коррупции. В антикоррупционной службе уверенный, результат не заставит себя долго ждать. Проект рассчитан не на то, чтобы просто собраться и создать видимость работы, а показать реальный результат взаимодействия с общественными помощниками. Волонтером может стать ранее несудимый, честный и неравнодушный гражданин. Здесь насущные каждодневные проблемы в городе, в органах, скажем, да, где расходуются те или иные средства бюджетные, в то же время раздача тех или иных материалов, это баннера, скажем, буклетов разных направлениях. У нас есть алгоритм своих действий. На сегодня мы сейчас, как я сказал, сформируем, полностью потом доведем до всех. Борьба с коррупцией в различных странах проводится самыми разными методами. От смертной казни до широкой опоры на общественную поддержку. Мнение жителей Шымкента относительно наказания для нечистых на руку тоже разделились. Не знаю. Не давать и все. Еще? Да как еще? Не давать и все. Әділдік керек болды. Сосын жастар тәрбиелі керек. Әркім өзіне болса керек. Қытайда жемқорлық жасаған адамды ең бірінші саусақтан бастайды ғой. Борьба с коррупцией – задача, конечно, глобальная. Начинать ее в Шымкенте планируют с малого. Свою работу антикоррупционный штаб волонтеров начнет после тщательной проверки. Служить народу общественники будут без рабочего графика и платить им никто не будет. Возможно, так получится. Если не обуздать коррупцию, то дать системной проблеме народный отпор. Шудин Саидов, Амантай Ульбеков, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРАР.